В священный месяц Рамазан в Уральске прошла акция добра. В течение всего дня по городу курсировал бесплатный автобус номер 2. Организаторами акции выступили активисты молодежного крыла партии «Аманат». Бесплатные продукты, аузашар для всех желающих. Эти и многие другие добрые акции в честь священного месяца Рамазан сейчас проходят по всему региону. Сегодня в Уральске стартовала еще одна. Бесплатный автобус курсировал из микрорайона Сарытау до мясокомбината и обратно. На лобовом стекле второго маршрута объявление «Проезд бесплатный». А в этом месяце по традиции организовываются различные благотворительные мероприятия. Сегодняшняя акция – одна из них. Наша цель – сделать добро и призвать к тому, чтобы люди добро совершали. В организации нашей акции нам помог магазин faway.kz. Ну а в самом автобусе горожан ждал сюрприз. Чтобы скрасить поездку, для уральцев организовали небольшую концертную программу. Ее подготовила активная молодежь Приуралья. Музыкальная поездка пришлась по душе многим. Очень приятно, когда в твоем городе проходят такие акции. Для нас, студентов, тем более. Бесплатный проезд, да еще и живая музыка и песни. Пусть такие акции будут проходить почаще, мы только за. Добрая акция найдет свое продолжение на следующей неделе. В планах запуск бесплатных маршрутов номер 7 и 22. Как отметили организаторы, такие акции планируют сделать регулярными. Альбина Кумургалиева, Нурлан Идиров, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.